остановился пешеход. Пешеход прошел. Прошел мимо меня, я уж пытался, хотел трогаться. А пешеход смотрел, машина летит. Увидел, что это самое. Увидел, что это машина летит. И он опять ко мне, самое, вперед. И здесь уже получился удар. А у вас сколько пассажиров пострадал? А? Сколько пассажиров? Четверо пассажиров. Ясно. В УАЗике тоже, по-моему, два пассажира было, три. Они неадекватно. Они спали там, кто что, я не знаю, что делать. А водитель чего УАЗик как? А он в скорой помощи. Там Геннадий Юрьевич Чернов. Геннадий Юрьевич Чернов, да? Да. Спасибо. Дайте мне трубы. Подожди, пожалуйста. Вот я сам летаю. 26-3. А что мы будем сразу? Сотрудники полиции УМВД России по городу Оренбург проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Терешкова в районе дома номер 144. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса ПАС. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 пассажира автобуса ПАС обращались в лечебное учреждение. Один из пассажиров автобуса ПАС впоследствии был госпитализирован. Им оказалась несовершеннолетняя ученица средней школы города Оренбурга. По факту дорожно-транспортного происшествия собран материал, проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.